Подготовка школ к новому учебному году в самом разгаре. С ходом ремонтных работ в учебных заведениях ознакомился глава администрации Александр Кузьмичев. В 28-й школе долгожданный капитальный ремонт сделают в спортивном зале. С введением третьего урока физкультуры ученики стали намного больше времени проводить в этом помещении. И привести его в надлежащий вид просто необходимо. Также в школе ремонтируют туалеты и столовую. Обеденный зал не видел ремонта на протяжении 20 лет. Здесь установили пластиковые стеклопакеты. В планах поменять полы, обновить стены. 28-я школа капитально не ремонтировалась довольно давно. В этом году мы получили очень серьезную материальную поддержку на средства модернизации, проект модернизации образования. Мы получили порядка 2 900 000. Эти денежки мы направили на капитальный ремонт столовой, пищеблока и спортивного зала. Еще одна школа, 53-я, встретит учеников свежеотремонтированным гардеробом. Главный сюрприз для ребят – современный тренажерный зал. Его оборудовали вместо учебного кабинета. Здесь школьники будут заниматься во время уроков физкультуры. Установленные тренажеры опробовали чиновники городской мэрии и остались довольны тем, каким образом в школах осваивают выделенные на модернизацию деньги. У нас есть положительная динамика выделения средств на ремонтную работу в школах. Если взять консолидированную цифру, то есть это средства местного бюджета, регионального, федерального, почти 250 миллионов рублей у нас выделено на проведение всех ремонтных работ и выполнение предписаний надзорных органов. То есть это вопросы, которые связаны с организацией горячего питания в школах и, соответственно, противопожарной безопасности. Приемка школ начнется в августе. К 20 числу во всех учебных заведениях должны быть завершены ремонтные работы. Городские власти уверяют, что спокойны за все учреждения. Новый учебный год в Иванове наступит без срывов. Любовь Почерненко, Олег Милехин, РТВ Иваново.